общем, всем привет. Сегодня у нас будет третье, так думаю, заключительное видео по вот этой вот сухой смазке под названием форум. Сразу от себя хочу добавить, что это ни в коем случае не реклама этого чудесного порошка, извините, смазки. Просто еще когда не являлся владельцем сухой смазки форум, я лазил по интернету и собирал разную информацию. Ну, я так понял, что люди разбились, так сказать, на два отряда. Одни, которые утверждали, что сухая смазка, да, работает, а другие говорили, что нет, это все лохотрон и развод. Ну, что делать? Все решено было, короче, проверить на собственной шкуре. В целях эксперимента я приобрел один флакончик этой смазки, разобрал нож, так, ну и смазал, грубо говоря, в первый раз, ну, на живую. То есть я ничего не полировал, я ничего не обезжиривал, я просто втер в шайбы форумом, собрал нож, да, ход клинка стал намного приятнее и мягче, чем если бы это было сделано каким-то жидким синтетическим маслом, да. Но появился скрип. Где фокус? Есть фокус. Появился скрип, и казалось, что нож как будто заржавел, и как будто он очень старый. И это не может, конечно же, не раздражать, согласитесь. Ну, тогда решено было нож разобрать и сделать это все еще раз, но по-моему, по инструкции, как говорится. Я обезжирил шайбы, повернул их почти что в зеркало, хорошенько втер в них форум. Также я еще смазал клинок, пету клинка. Также хорошо это все втер, протер, собрал, осевое затянул до мама не горюй, аж до не могу. И даже с затянутым сильно осевым винтом ход клинка был очень-очень мягкий и обнадеживающий. Потому что я где-то читал, что смазка начинает работать по-настоящему на второй или на третий день. Ну, по мере использования, да, механизма. Чем чаще он открывается, тем быстрее притрется наша смазка. Но это меня очень сильно обнадежило. Я игрался, ходил ножом 2-3 дня, ну и было решено снимать видео. Я подумал, что нет, 2-3 дня это слишком короткий срок для эксперимента. И решено было немножко отложить и дать ножу поработать. Вернее, смазки. Ну вот, у нас сегодня 20-й день. Хочу заметить, что за эти 20 дней нож уже один раз я успел его переточить. Неоднократно он промывался под проточной водой, ну типа под краном, да. И использовал я всякие средства для мытья посуды, всякое жидкое мыло. Короче, всем, чем не попадя, я его промывал. Хотел, чтобы эта смазка туда вымыть ее хоть немножко, чтобы нож начал ходить туже. Ну, короче, вы поняли, да, к чему я стремился. Вот, 20-й день, я повторюсь. Нож дополнительно ничем не смазывался. То есть работает клинок только на сухой смазке форум. Вот этот противный скрип, который был, он ушел. Есть, конечно, это слышно, как трется сами детали, но это не тот скрип, который был. Тот скрип был, блин, как вот в фильмах, знаете, ужаса, когда там наш половица где-то скрипит, там и такой звук. Это было просто отвратительно, блин. Ну вот, вернемся, значит, к нашей смазке форум. Ну, в общем, я доволен работой. Я единственное теперь, что жалею, это то, что взял на одну баночку, ну, потому что я относился, в принципе, скептично к этой смазке. Я решил просто попробовать. Ну, я думаю, что на полжизни мне вот этой вот баночки 50-граммовой мне хватит. Да, также еще хочу заметить, что внутри из-за отсутствия жидкого масла не собирается грязище. Для меня было очень накладно открывать и раскрывать нож, тем более со сорванными винтами с одной стороны. Они желтые от того, что их прокалил и нанес на них фиксатор резьбы и закрутил намертво, то есть навсегда, наверное. То есть мне накладно очень разбирать нож два раза в месяц, смазывать его маслом, плюс к тому мне еще надо следить за остротой режущей кромки. Также надо смотреть за отсутствием, чтобы не было коррозии. И еще плюс ко всему к этому надо разбирать нож и вот это вот смазывать. Но мне это совсем не устраивало. Ну вот,
я проэкспериментировал с сухой смазочкой форум. В принципе, эксперимент прошел удачно. Смазка, значит, не вымывается 20 дней, ну вот еще 10 дней, месяц будет, как. Нож не разбирался, не подмазывался, ничего. Это отлично. Отсутствие грязи в районе замка. Отлично, она там не собирается. Когда были жидкие масла, вся пыль с кармана туда летела, блин, там такое творилось просто, мама, не горюй. Потом, тогда я примерно два раза в месяц разбирал нож, мне приходилось чистить, смазывать его и просто туда заливать масло, чтобы оно откисало там это все. В принципе, все. Отличная смазка, работает на ура. Ход клинка отличный, мягенький. Все хорошо. Камеру неудобно, и если честно, немножко страшно, боюсь отрезать себе сейчас полпальца на камеру. Это тогда будет, наверное, считаться насилием, YouTube забанит этот видос. Короче, ребята, все, вот банка, вот так вот выглядит сухая смазка форум. Стоит она совсем недорого. И она, да, работает, было проверено на своем личном опыте. Экспериментуемый. Блин, крыса. Жалко, что это не крыса была, да. Но на крысе, если не ошибаюсь, там с одной стороны второпластовая шайба. Это неинтересно. Мне вот хотелось именно испытать сухую смазку на цветных шайбах. Ну, в общем, всем спасибо. Можете смело использовать, все хорошо работает. Главное, правильно ее использовать. То есть следуйте инструкции, все будет тогда получаться у вас. Ну все, спасибо за внимание. Пока, до новых встреч.